Следующая остановка – бассейн.
Остановка. Набережная. Mm-hmm.
агентство области значительно увеличило количество мошенничеств, совершенных с использованием телефонных средств связи и сети интернет. Если не хотите стать жертвой мошенников, ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам реквизиты ваших банковских карт. Номера считывают, даже если звонивший представляется сотрудниками службы безопасности банка. Сотрудники банка никогда не спрашивают данную информацию у клиентов. Помните, о всех подозрительных звонках и сообщениях вы можете сообщить по телефону 02 с мобильного 102. Thank you.